Капец, тачка! Нифига! На 300 км уже разогнались! Нифига себе! Офигеть! Пацаны! Хей, здорово, чуваки, с вами, как обычно, я Ралюха, и добро пожаловать обратно в GTA-шечку пятую на угон машин. Сегодня мы снова будем угонять машины у гангстера Франклина. И знаешь что? У него сегодня мега офигенные уникальные тачки. Необычные, а разные крутые, быстрые, смешные и так далее. Короче, угоним, вот просто офигенно. Обязательно видосик смотри до конца. Ставь лайкосики и подпишись на канал, если ты еще до сих пор не подписан. Ребят, приятного просмотра и приятного аппетита. Мы, ребята, погнали. Сегодня Франклин у нас находится в своем старом доме. Я неподалеку, поэтому давай-ка мы подъедем, вообще посмотрим, что он там делает, с кем он, вообще, что у него за машины, да? Вот. И поэтому... Тихо. Поэтому ты вообще пиши в комментарии, да как у тебя дела, как у тебя погодка за окном, как настроение, пиши обязательно, потому что комментарии я читаю, лайкаю, а самый крутой комментос я добавляю в видос, ребята. Итак, я сейчас нахожусь около дома Франклина старого, и Франклин тут раскатывает на какой-то гробовозке. Что это? Это гроб на колесах с турбо... ускорением каким-то. О, это вообще драгрейсинг тачка. А тут у него ракетная и драговая тачка. Офигеть. Вот это у Франклина тачки. И он что-то пошел домой. Так, подожди, я возьму F9 камеру и посмотрю, что он делает у себя вообще дома. Ага, Франклин пошел прогуляться, в принципе. Пошел прогуляться. Так, на кухню. Ага, ну пока он на кухне готовит, мы у него угоним, в принципе, вот эту первую тачку, гробовозочку. Раз, ребят, садимся. Ну-ка, ребят, опачки. Блин, фига, она вообще неуправляемая. Так, аккуратненько. Давай, вот мы вывернем. И Франклин, смотри, даже не заметил. Он даже не выходит. То есть он там готовит себе покушать. И, в принципе, он даже меня не заметил пока что. Поэтому мы можем пока не переодеваться даже. Фига, эта тачка вообще неуправляемая, ребята. Она просто капец какая. Ну это угар. Реально в гробу катаемся, реально. Вот в таком, каком-то деревянном, что ли. Чё это вообще, кто это придумал? Ну Франклин дает, ребята. Оценку ставьте этой тачке. Обязательно ставьте оценку, потому что, ну это вообще раскоряк. Я ей поставлю из 10 2. 2 из 10 я поставлю. Ну это вообще, я не знаю, кто это вообще придумал. Франклин, ты чё, с ума сошел? Так, ладно, давай-ка мы сохраним эту тачку в оперском гаражике. Мне кажется, там мы будем сегодня коллекцию собирать. Ребят, машина вообще не поворачивает. Вот она... А если одна кочка, то она просто сейчас подлетит. И я не знаю, будет небольшой перевертыш, ребят. Ну-ка, подожди. А вот если я разгонюсь? Ну-ка, так тихо. Блин, она вообще не поворачивает, пацаны. Очень трудно. Ну-ка, разгончик. Разгончик. Ну, кстати, смотри. Летит, в принципе, быстро. А я о чем говорил, пацаны? О чем же я вам говорил? Вот такие дела, ребята. Одна кочка и кирдык. Ребят, блин, ну это первая тачка, да? Франк меня еще даже не заметил. Ну реально, гангстер меня не заметил. Это офигенно. Ну, видимо, пошел покушать, приготовить, лапшички заварить, так скажем, да? Поэтому, так, давай мы откроем. Блин, мне бы припарковаться. Мне бы припарковаться, так, да. И, короче, какой вывод сделали? Франклин даже не понял, что это я угнал, поэтому я уверен, что он даже... Так, тихо. Не запомнил, как я выгляжу в игре, да? Поэтому я пока что не буду переодеваться. Так, все, одна машинка есть, погнали дальше. Поэтому, ребята, погнали! Дальше к его домику, посмотрим, какие тачки у него есть еще. Погнали, попробуем угнать. Так, ребята, вот мой мотоцикл зелененький, на котором я приехал. И вон я вижу Франклина. Ага, он чинит свою, что ли, машинку очередную. Да, смотри, вот эту драговую машинку. Давай я просто пройду вот так, как будто я такой... Фига, это что? Оружие у него тут лежат. Так, ага, что-то Франклин начал подозревать, что-то на меня немножко отреагировал. Ну ладно, о... Нифига. Короче, он рад своей тачке. Я так понял. Давай-ка мы куда-то спрячемся. Во, вот сюда. Вот сюда вот я смогу за стеночку. Так вот, раз. Так, F9. Давай-ка я гляну. О, он сел в свою тачку. Нифига. Вау, что за драг-тачка? Куда-то поехал, что ли? А, нет, просто тестирует. Хорошо. Это очень даже неплохо. Блин, я тоже хочу эту тачку взять и угнать, блин. Хм... Надо бы как-то его отвлечь. Давай я попробую сейчас кинуть гранатку, например, вон в ту сторону к мусоркам. Вот так, раз, к мусоркам. Ну-ка, испугается он?
А? Ну-ка, раз, а я за машинку так, опа, побежал. Еще раз, еще закину, на еще. Так, сейчас мы у него... Смотри, гангстеров! Все, гангстеры приехали, опа, 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 смотри! Сейчас он будет тут перестреливаться с пацанами. Все, смотри, нифига! Франклин, тачка моя, ой, не моя, а твоя. У меня, смотри, ха-ха, на свидули. Вау, он по мне начал стрелять. Ребята, едем, нифига! Ребята, вторая тачка, вау, она, кстати, офигенная. Сколько она едет? Пацаны, офигеть! Чё за аппарат? Нифига, ребят, эту тачку оцениваем обязательно. Это просто капец. Кстати, офигенно мы угнали. Мне очень понравилось. Только подожди, вот на прямой сейчас мы проедем. Фига она летит. Я, ребят, этой тачке поставлю из 10. Из 10 шестерик. Шестерик. Ё-моё, потому что мне кажется, там еще будут крутые тачки. И я не хочу сразу хорошую оценку ставить. Высокую, да? Потому что я уверен, что там тачки вообще офигенские. Поэтому 6 из 10 я поставлю этой тачке. О, подожди, я хочу вот тут вот на трамплине подлететь. Ну-ка, подожди. Мы же должны по максималочке нашу машинку затестировать. Поэтому давай-ка мы раз, немножко берем. Разворот, полицейский. И погнали. Ну-ка, трамплин! У-у-у, нифига себе! Блин, вот эта тачка реально офигенская у гангстера Франклина. Поэтому давай-ка я возьму, поставлю GPS навигатор на наш гараж, в котором мы будем сохранять эту малышечку. Надеюсь, ты ей уже, этой малышке, поставил оценку в комментарии. Я на это очень сильно надеюсь, потому что тачка реально офигенская. А это только вторая тачка. Видимо, у него гробовозочка, вон та самая первая. Это был, знаешь, такой мини-эксперимент. То есть он ее сделал, покатался. Может, он ее даже не доделал, а я уже, хоп, ее угнал. Ну, немножечко себе прикарманил машиночку. Полет. Вау! Пацаны, нифига она летает! Офигеть! Так, только не в воду, ребят, только не в воду! Ё-моё! Так, ладно, давайте мы уже доедем до этого самого гаража, блин. И сохраним машиночку, а то что-то я уже устал на ней летать. Она реально летает, просто я не могу. Капец, как она летает. Так, ребята, приезжаем к гаражику. Так, что тут, блин, за грузовики? Дайте я заеду к своему гаражу. Опачки! Так, ребята... Давайте мы опа-на и, в принципе, запаркуемся. Так, аккуратненько. Во! Гробовозочка уже ждет. И вот еще одна тачка в нашу коллекцию. Вот такая огненная драк быстрая тачка. Ты посмотри, это реально просто легендарочка. Две тачки есть, погнали за следующими. Ё-моё, пацаны, смотрите, как тут вода фигарит из гидранта. Фух, все, нифига себе. Блин, ребята, я сейчас там, короче, проходил. И там сейчас Франклин со своей девушкой. Девушкой, короче, гулять. Во, смотри. Вот он. И он стреляет абсолютно во всех подряд. Ты посмотри. Вот его девушка с чопом, кстати говоря. Я только просто гуляю. Вот так вот я, кстати, замаскировался в бронежилете. Как бы все как надо. И вот Франклин реально злой. И я там вижу его следующую тачку, в принципе. Опа, что-то подожди. Тихо. Я нормальный паренечек. Смотри, Франклин что-то идет. Меняет самое, преследует. Опа-на. Смотри. Здорово, Франклин! Немножко мимо, немножко криво, но ничего страшного. А что он со мной поздоровался? Типа, я круто выгляжу, да, ребята? Я круто выгляжу, спасибо. Смотри, Франклин по всем стреляет вообще на районе. Реально, так, ребята, я там видел у него тачку, смотри, во! Ракетная тачка с ракетным двигателем, и она, смотри, какая, с эффектом искринки. Вот такой голубой, ты посмотри, нифига, она как, что, магическая, что ли? Ребята, мне очень любопытно, на самом деле. Смотри, Франк идет, он что, сел в тачку? Так, окей, походу я за ним буду сейчас следить. Я сяду сейчас в мотик, как бы. А, так, девушка к нему не села. Девушка будет охранять, я так понимаю, дом. Ага, и Франклин поехал. Хорошо, я за ним буду следить. Аккуратненько. О, за ним Чопик. Чопик хочет вместе с хозяином погулять. Но хозяин тебя немножко бросил, уж извини. Итак, опа, смотри, тут едет уже. Это самая скорая помощь. Так, подожди. О, фига там Франклин на двух колесиках, блин, едет. А куда он движется, любопытно? Вау, что он в гетто-район, что ли, поехал? На груз-тридик, блин? Навестить, я не знаю, старого друга СиДжея, что ли? Я не знаю, пацаны, все может быть. Поэтому... А, нет, смотри. На мойку! Нифига себе, Франклин решил помыть свое корыто, так сказать, свою ракету. Так, и вот любопытно сейчас, что он будет делать и как мне себя сейчас вести, потому что, как я вижу... Давай, вот даже на F9, он реально моет свою тачку! Блин, а тачка у него реально топовая. Тачка на прокачку, блин, как бы мне ее угнать? А в принципе-то, в принципе... А давай я ему опробую сейчас поломать аппарат для мойки. Вот этот.
На! Все, искрится аппаратик. Так, смотрим реакцию. О, он в шоке! Он в шоке, смотри! Тихо-тихо, смотри! Он злой вообще! Куда он пошел? Он отходит? Что-то он либо пописать пошел, либо... Тихо-тихо! Это наш шанс! Давай! Я сел, пацаны! И гренку ему! На, гренку тебе еще лови! Ну-ка, он выйдет? Ну-ка! Давай, Франк! Бам! Взорвал! И где Франклин? А, вон он выходит! А тачки нету! Ха-ха! Вот она! Моя пошла! Да, свидули, Франклин! Смотри! О! Нет-не-не-не! Аккуратно! Аккуратно! Вау! Фига у нее, блин! Ускорение! И вообще капец! Вау! Как ее управлять? Ребята! Как управлять этой тачкой? Офигеть! Вот это точило! Так, починимся! Починимся, ребята. Так, нифига себе. Тогда-ка мы на шоссейку выйдем вот сюда. Офигеть, она еще реально искрится. Просто на ви... Кто по мне стреляет? На тебе гренку. Ты че, это Франк, что ли? На! На нафиг! Не попал, что ли? О, его развернуло! Пацаны, замечательно! Вау! Я его, короче, офигенно подбил. Так, ребята, подожди. Нитро ускорение. Смотри, как она летит. Капец, тачка! Нифига! На 300 км уже разогнались! Нифига себе! Офигеть! Пацаны! Это очень быстро! Это капец как... Вау! Ребята, этой тачке я не побоюсь поставить десятку. Я не знаю, какая там следующая тачка. Ну, я ее видел, конечно. Но вот этой ракетной машине десяточка. Просто десяточка. Реально тачка топ. Франклина мы там ушатали. Теперь точно опять нужно как-то замаскироваться. Я не знаю, может мне... команду взять Майкла. Не знаю, чтобы чисто от меня, знаешь, подозрения отвести. Все-таки Майкл это кентик, получается, Франклина все равно. Ну как уж они там бы не, ну, не ссорились, да? Все равно это его кентик. Поэтому мне кажется, давай-ка мы сейчас сохраним эту тачку, получается, в нашем гаражике, где у нас сейчас все коллекционочки, машиночки. 2 километра, нифига фигарить. Да, давайте мы сейчас там сохраним и уже перейдем к офигенной движухе. 600 метров и, в принципе, я практически доехал до нашего гаражика. Так, давай аккуратненько сейчас мы завернем, сохраним машинку. Блин, вот самое главное это чтобы Майкл согласился вообще сейчас ехать вместе со мной. Так, это самое главное, поэтому мы сейчас к нему, я думаю, даже в гости поедем. Надеюсь, ребят, надеюсь согласиться. Так, ребята, опачки, стой, а я, наверное, я эту тачку-то хоть смогу запарковать-то в гаражик? Походу смогу, да? Раз, нет, не смогу. Ладно, придется воспользоваться нашим способом дедовским, читом. Читом, ребята. Берем, раз... Паркуем, сохраняем машиночку. И третья тачка, ты посмотри, еле поместилась на самом деле к нам в гаражик. Но, ребят, ничего страшного. Осталось еще вот это вот место для еще одной тачки. Погнали за Майклом! Пацаны, короче, маскировочка готова. И, короче, по моей информации, Майкл прямо сейчас поедет, получается, к Франклину в гости. Как раз в его старый дом. Поэтому нужно как-то сейчас будет аккуратненько сесть в его тачку на задние, ребят, сидеть. Чтобы он меня не заметил и, так сказать, присесть к нему, чтобы он довез меня. Так, пока что его нету, что-то он куда-то... А вот, тихо-тихо-тихо, ребята, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Майкл садится. Так, теперь я сяду. Он сел за руль, а я сяду вот с этой стороны, прям назад, смотри. Раз, все, офигенно, замечательно, и меня... О, он поехал! Да-да-да, ребята! И куда он поехал? Я надеюсь, он поехал куда надо, ребята, потому что никуда надо... Что-то он врезается, смотри. Врезался в ворота. Офигеть. Да, легендарная тачка Майкла. Вот она, ребята. Ну, похоже на Ауди какую-то, да? На аудюшке. И, ребят, сейчас, короче, Майкл едет у нас к дому Франклина. И просто капец как любопытно, что же все-таки там сейчас произойдет. Походу, ребята, это реально Франклин позвал Майкла, может, на подмогу, чтобы ловить, я не знаю, меня? Фиг его знает. Ну, что-то Майкл водить не умеет. Он реально что-то врезался. Чё это было? Чё это такое вообще, пацаны? Так, ладно, 900 метров. Сейчас посмотрим, что будет, когда Майкл подъедет, потому что фиг его знает. Посмотрим. Я не знаю, где у них будет сейчас собрание. Может, они дома встретятся, да? Ну, а пока они дома, я осмотрю территорию.
И уже подумаю, как это все решить, ребят. Потому что нам нужно угнать точилочку. Обязательно. Опа-на. А чё так Майкл ездит по правилам? Я что-то вот никогда не помню, чтобы, когда я вот за Майкла играл, я ездил по правилам. А вот это, ребят, вообще. Потому что Майкл, это же вообще, ну, типа, четкий пацик. Он реально гоняет там. Пофиг там на светофоры вообще по встречке. А тут, смотри, он что, решил стать гражданином добрым, да? Гражданина! Ты туда не ходи, так сказать, да? Так, ребята, 200 метров. Получается, практически мы приехали. И давайте внимательно посмотрим, что будет делать Майкл у нас, ребята. Итак, аккуратненько. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Майкл подъезжает у нас. Вон тачку вижу. Так, и что-то Майкл куда-то удрал. Реально, что это такое? А, понятно. Решил прямо здесь оставить машинку. Так, ребят, хорошо. Аккуратненько. Опачки, опачки. Я буду сзади. Буду сзади, буду сзади. Так, куда Майкл идет? Майкл идет. Ага. Ага, ага, ага. Он идет, получается, да, домой. Ага. Он заходит к Франку. Все. Что-то стучится, стучится. А, все, пофиг. Постучался и вошел. Ребята! Да, сейчас, походу, они выйдут оба, насколько я понял. И смотри, у них тут тачка. А вообще офигенская, просто вот, которую я вижу, это реально просто глянь, что за машина. Это вообще офигенная тачка. Ну-ка, я уже смогу, как бы, в нее сесть. Опачки, вот, я сяду в тачку, и все, подожди. Сейчас я прикольчик сделаю. Они сейчас оба выйдут, короче, Майкл и Франклин. А я такой в тачке сижу, короче. И, типа, их не замечаю, потому что, смотри, где я вообще сижу. Меня вообще не видно, такой клоуняра, да, сидит. Итак, короче, ребята, ждем, пока выйдут. Потому что любопытно. Сейчас бот, о, первый вышел. Любопытно посмотреть на реакцию. Первый вышел, ребята. О, и Майкл вышел, смотри. И сейчас Франк бот машину, что ли, показывает, да? А я-то в тачке сижу, смотри, смотри, смотри. Меня вообще не видно в машине. Смотри. Офигенно, да? О, смотри. Круто, да? Так, а если я возьму сейчас аккуратненько гранаточку и куда-то кину? Вот назад. Раз. Вот так вот. Опа. Кинул назад тачку. Смотри. Смотри. Бам. Кинул назад тачку. Давай. Бам. Опа. Смотри, 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 смотри. На, Майкл, нафиг. Вау. Сейчас, походу, погоня будет. Я не верю. Сейчас, прикинь, они вот в этой машине, блин, Майкла за мной будут гнаться. Это будет вообще, конечно, угар. Нифига у меня тачка. Так, подожди. Нифига она летает. Вот это драг-машина. Настоящая, блин. Фига она прет, пацаны. Так, подожди, а как от первого лица? Вау, тут реально, тут ничего не видно. Они бы меня реально не заметили никогда в жизни. Так, ребята, смотри, фига я лечу. Это реально быстрая тачка. Ну-ка, опа-на, это кто? А, это вот они как раз. Иди отсюда, офигевший. Так, иди сюда, говорю, на. На, блин. Блин, как по нему попасть, блин. Реально уворачивается. На, нафиг, все, все. Взорвали, мы его взорвали, пацаны. Где он? Где он? Пропал. А, вот он. Франклин, на! По Франклину проехались. Все, замечательно. Походу, мы его одолели. У него, наверное, было очень мало жизни, потому что что-то очень просто мы его убили, но это замечательно. Это великолепно. Теперь давай мы погоняем. Вау, фига она летит. Это, кстати, управляется. Тачка очень хорошо. Здесь и большая скорость, и, как бы, управление хорошее. Вот тут вот уже Франклин, как бы, машину сбалансировал так, как надо. То есть, едет прям топово. Прям вообще офигенно. Ну-ка, разгончик. Этой тачке я, ребят, тоже поставлю 10 из 10. То есть тут прям офигенно все. Она реально управляется топово и так далее. Я надеюсь, что у вас, ребята, есть как бы любимые тачки из этого ролика. Потому что у меня на самом деле есть любимые тачки. Это вот у меня самая любимая, вот я честно тебе как бы признаюсь, самая любимая, которая мне понравилась, это машина с ракетным двигателем. А, потому что она очень хорошо как бы управляет. Ой, не управляется, а очень быстро едет, да? А управляется, ну, так себе, конечно. Да, так себе. Поэтому давай как бы запаркуем четвертую тачку, ребята. Ребята, мы тут вообще поместимся как бы в этот гараж-то. Ну-ка, подожди-ка. Сейчас. О, ворота открываются. Смотри! Просто смотри, какой миллиметражик. Тютелька в тютельку вообще влезаю. Спойлер реально гигантский. И, ребята, это у нас четвертая машиночка в нашей сегодняшней коллекции. Смотри, машина-гроб. Потом мега-быстрая драг-тачка старая. Потом рокет-тачка, ракетная. Просто смотри, на трех колесах. И вот такой монстр, нафиг.
Чё написано? Аннигилятор. О, аннигиляторная пушка, ребят. Короче, пацаны, какая тачка больше всего понравилась, пишите обязательно в комментарии. Ну, конечно, вот аннигиляторная пушка, это сильно, ребят. Большое спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку. Вы самые лучшие, знаете, это не пропускать новые видосики, снимаю каждый день. С вами был Райлюха и Франклин. Всем удачи, ребят, и всем пока-пока!